сети интернет сегодня появилось видео ДТП в Камне-на-Оби. На кадрах видно, как иномарка темного цвета на скорости въезжает в толпу людей, стоящих на остановке. Правоохранителями установлено, что за рулем находился мужчина 55-го года рождения, который не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов. По данному факту автоинспекция проводит проверку. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 6 человек, которые получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. Госпитализация не потребовалась.